Максимус Инвест, Махмуд Лар, родной дядя Метина, которого многие из вас знают, моего хорошего друга. Итак, друзья, Метин и дядя, родной дядя, да? Халил. Здравствуйте, меня зовут Халил, директор Максимус Инвест. Мы здесь занимаемся недвижимостью и строим тоже. Все контакты я оставляю под видео, любые вопросы по квартирам, оставляю ссылочку также на их официальный сайт, где видео публикуются у вас с квартирами, да, ну и периодически мы будем показывать какие-то объекты, которые вот даже сегодня мы что-то покажем. Да, можно, можно показать. То есть вы также и застройщики, у вас свое жилье уже, которое вы построили, вы его продаете, то есть это преимущество в том, что цена будет явно дешевле без посредников. Да, и напрямую. Рассрочка тоже есть, без процентов. Есть рассрочка, да. Это вот именно то, что вы именно непосредственно застройщики, да, и это ваши именно 16 квартир здесь сейчас есть в наличии, да? Да, есть. Здесь два блока, А блок и Б блок. Общий 100 квартир. И здесь полностью инфраструктура. Хамам, сауна, бассейн, фитнес, караоке, кинотеатр, VIP кинотеатр для 9 человек. Еще вот PlayStation. Угу, полностью. А 16 да. квартир какие 1 там? 1 плюс 1. Все, да, 1 плюс 1? Да, да. 2 плюс 1 и 3 плюс 1 тоже было здесь, но все продали. Это все Махмуд Лар, да? Да, Махмуд Лар. А какой-то район примерно, я правда слабо ориентируюсь. Где центр, где часы? 500 метров. Возле башни, в центре практически, да. Мы туда сможем попасть сегодня, да? Да, проехать, показать. Всем привет еще раз, друзья. Привет. И мы сейчас едем смотреть квартиру, которая у нас на строящемся объекте. На стадии застройки квартиры 16 квартир есть, 1 плюс 1. Да. Мы сейчас покажем осталось этот 16. Объект. Самый центр Махмуд Лара. Осталось 16 квартир. Цена через полгода на них уже будет другая, поэтому поторопитесь кому. Да. Все, поехали смотреть. Поехали. И показываем этот объект, который как раз на стадии строительства находится. И раскуплены все, кроме 16 квартир, уже раскуплены на стадии строительства. В чем преимущество, еще раз, что вы покупаете у застройщика непосредственно, то есть это именно их квартира. Место 850 метров до моря, Volantis Tower, вот такие вот два дома, сейчас я попытаюсь посчитать, сколько этажей тут так по виду. Ну, где-то примерно с 9-этажный дом, так, я не знаю, сколько точно этажей, сейчас спросим. Полная инфраструктура, то есть даже свой кинотеатр будет, и тренажерка, и детские комнаты, он и хамам, и бассейн красивейший, зона отдыха. Все это на два этих домика. Квартиры там есть 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, дуплексы. И сейчас осталось, получается, 16 квартир. Всего лишь 1 плюс 1, только остались 16 квартир. Остальные уже раскуплены. Все контакты у нас в описании. Сейчас мы пройдем даже. О, каска! Я сын шахтера, теперь буду строителем. Итак, 1 плюс 1 только остались, да? Да, 1 плюс 1. 1 плюс 1, цена? 76 тысяч. И сдача объекта? 23-го года до конца. 23-й год, конец года. То есть сейчас вот последние 16 квартир, именно 1 плюс 1. А получается, большей популярностью пользуются большие квартиры или просто больших здесь меньше было? 1 плюс 1. В основном 1 плюс 1 здесь, да? А этих было всего несколько, наверное, 2 плюс 1. Я понял. Так, куда мы пройдем сейчас, куда-то? Метин? Часы с той стороны. А, то есть часы рядом совсем, да? Да, рядом. Прямо мы будем идти, прям, да, выйдем к башне с часами, я понял. То есть это центр. Школа здесь. Школа есть, да? Да, рядом уже школа, 200 метров. Ну, 850 метров, это хорошее расстояние. Опять же, что хорошо, что здесь меньше будет шума от дороги. Новый район считается, но новый. Недалеко от моря. Угу. Центр тоже ближе. Субботный рынок тоже недалеко отсюда. Рынок рядом, получается, субботний в центре, который... 400 метров. 400 метров. Это Б-блок. Они одинаковые будут, да? Да, одинаковые. Полностью, да, одинаковые. Да. Инфраструктура два блока будет. Угу, на два блока. Хамам, сауна, парная, зимний бассейн и массажный кабинет будет. Угу. Между два блока большой бассейн, 275 квадрат. И
там Аблёк, там фитнес, кинотеатр, бар, PlayStation, детская полная, площадка. Полная инфраструктура, все, что только можно. Это значит полностью инфраструктура. Солнечное место такое. Классно. Вот это школа, да? Школа. И горы. Вы будете смотреть на горы, вот заснеженные горы будете наблюдать. Такое вот место. Пройдем чуть-чуть, да? Каски ж мы не зря одевали. Тот... Да. Здесь осталась квартира. А, я понял. В этом блоке, да? Угу. Так, 1 плюс 1, еще раз напоминаю, 16 квартир, осталось 1 плюс 1 здесь. Непосредственно цена от застройщика. Не забывайте говорить, Ромка Рокер, будут вам еще, скидочки вам еще сделают. Обязательно потом сюда приедем, когда готовы будут эти домики. Это 1 плюс 1 и есть, да, как раз сейчас. Да. Угу. Спальня. И здесь зал и балкон. А вопрос, что будет в квартире? Допустим, кухня. Кухня будет. Будет, да? Да. То кран, есть и плита будет, кран, и кран. Плита, кран. Унитаз, да. Душ, само собой, будет, все будет. Да. Угу. Ну, все готово будет. Только мебель и техника. Без мебели, без техники. Да, без мебели, без техники. Два лифта. А, два лифта. Здесь тоже квартир. Там на этаже получается, там одна была квартира, здесь лифт. Здесь тоже 1 плюс 1, да, получается, ремешка? 6 квартир. 1 плюс 1, да? По 6 квартир на этаже. Все 1 плюс 1. Апельсинки будут тут у вас под окнами, лимончик он к чаю сорвать даже, можно. Даже переведешь, вид такой. Представляешь, 6-7 даже какой вид. Да, сверху будет еще красивее, но и тут классно, смотрите, на апельсинки смотреть будете. И на горы, у кого с той стороны окна будут. Классный вид. Тут, я знаю, многие любят вид именно на горы смотреть. Смотрите, как красиво. Обязательно вы туда гулять будете ходить, не только в центр, а и туда еще. Красивое место. Меньше суеты здесь будет, чем вы жили бы непосредственно возле башни. Здесь, конечно, поменьше будет немножко. Поспокойнее будет вам жить здесь. Хорошее место. Вот как идет строительство. И каждую комнату будет видео добавление, типа диамофон. И вы можете там посмотреть камера, если когда твой дети играют в детской площадке. Можно будет наблюдать. Можно там посмотреть и отправить смс через это тоже. Видите, активные работы ведутся в конце следующего года. Половина умный дом. Вход тоже. Вход там будет. И вы можете показать просто лицо и дверь откроет. И когда вы не дома, какой-то карго пришли, да? Нажимает, и вы можете через телефон смотреть, кто приехали. Я понял. Да. Современно все будет сделано.
Ну, вид на горы, да, Митин? Как тебе вид на горы? Ну, классно. Супер, да? И снежок даже видно. Да. А вот сколько вот, вот с этого места вот до горы, вот сколько километров здесь? Потому что вот не могу сориентироваться. Километров 10, да? 10 какой. Хорошо. Гора? Да, да, вот, чтобы дойти туда. А, ну, ну, хотя бы до подножия ее дойти, вот до... Километров 10. Нет. 5-6, да? 5-6. В общем, место потрясающее для любителей чистого свежего воздуха и центр Махмутлара практически. Да. Все рядышком. Вот там рынок. Какие красавцы объекты эти будут, вы видели. Люди уже... А в основном есть информация, вот покупали квартиры граждане каких стран здесь будут? Русские купили, голландцы. Турок купили, ну, в Германии живут. Ага, ага. Еще казах. Да, ну, то есть Украина. Много будет русских, да? Да. Различных. Ну да, русских. Угу. Ну, здесь премиум класс, поэтому что, только кто хочет премиум класс, покупает здесь. Угу, угу. Понял. Приедем сюда через несколько месяцев, посмотрим, как продвигается строительство. Но не тяните, обращайтесь, потому что 16 квартир – это такое дело, да? Может их не быть уже через месяц, вполне ни одной. Быстро мы продали, потому что качественно строили, и люди знают, как мы строим. Они нам выбирают. И репутация у вас хорошая. Будет наша компания, вот это дом, 5 лет. 5 лет вы будете управлять, всем руководить. Понял, все. Каждый день хамам сауна фитнес будет работать. Какой-то дом есть, хороший дом, но инфраструктура не работает, потому что управляющий плохо. Угу. Здесь вы будете... Будет наша компания. В этом все будет окей. Мы гарантируем, все работает. Угу. Даже караоке. Спасибо большое за экскурсию. Первый раз нахожусь на строящемся объекте. Друзья, какой метраж? Я забыл вопрос главный. Какой метраж будет 1+1 общий? Здесь метраж 44, 47 и 48. Угу. С половиной. Угу. Но это нет. Только чистый. Я понял. Друзья, ну это выгодное вложение, конечно, денег, потому что цены через полгода, да, уже будут точно другие. Да. То есть, минимум 10-15%. Минимум. Да. Выше будут. Поэтому дом я правильно посчитал, этажность примерно 9 этажей и дуплексы наверху. Поэтому не откладывайте, если вам все устраивает, все вам понравилось, то не стоит ждать несколько месяцев. Обращайтесь сейчас к ним, все координаты в описании, все вопросы задавайте.